Я очень-очень рад вас приветствовать. Куда я приехал? Я приехал забирать. Костина, я приехал забирать из салона BMW. Тут у нас на набережной. У него что-то там отломалось, отвалилось. И сейчас я его заберу, мы поедем на работу. Заодно что-нибудь в тачке мы посидим. Что-то у нас всякое. Такие маленькие машинки стоят, неинтересные. Это единички. Новые ешки. Вот, дерево. Ну, бэха, молодцы, слушайте. Новое поколение интересное, потому что реально вот до этого икса они и вот там новых салонов они реально проебывали. Мерсу прям вообще. Мерсу, да и Рейнджу проебывали, да и все мы проебывали, и Ауди. Вот, короче, если что, в комментариях напишите вообще, про что думать на август, ребята. Новый спорт, Велар, X5, X6, Q8, Q7, Таурек новый, еще там что куда. Таурек охуевший. Блин, ребята, знаете, вот концерн ВАК, да, это у нас получается там и Porsche, как раз таки Volkswagen и Audi, они взяли, отымели сами себя. Шкоды, Сиаты. А, Шкоды, да, там же Сиаты, ну, это не считается за машины. Вот, короче, они сами себя отымели, они сделали новый Touareg круче, чем Q8 по факту. Ну, в салоне мне больше понравилось, едет круто, едет так же, датчики всего, ночное видение. У Volkswagen Touareg одна проблема, единственная. Volkswagen, шильдик. Шильдик. Volkswagen, реально, в остальном он пушка. А если шильдик отковырять, будет похоже на Кайен сразу. Если сделать ему какой-то обвес интересный, то все. В обвесе, ну, короче, бля, пушка, реально, кайфовая тачка. Очень понравилась. Вот. Вот я говорю, что вот ему нужен Touareg, потому что он очень кайфовый. А мне не знаю, что, потому что мне по идее нужен Q8, но он мне просто тупо не нравится. Мне, походу, пока что смотрю на Тигуан. Тигуан тоже охрененный. Просто бэху можно продать и сразу купить Тигуан. Надо говорить громко, GoPro плохой микрофон. Стыдно. Да что стыдно, он кайфовый. Там цвет кайфовый синенький, прям самый кайфовый. Вот, ну а тут все, короче, некрасивые, неинтересные машины стоят. Даже показывать не буду. Хотя мне нравится единичка, она такая прикольная. Она очень стильная. Не, она стильная, внешне. Внешне очень круто, девочка вообще отличная. Особенно трехдверная. Там, во всяком случае, можно влезть в нее. Ну, если вдруг сам решил прокатиться. Да. Блин, я помню в Игуаре, который, как он называется, XF, да, у них первый Игуар? Я у него в дверной арке застревал. XE. У Димона какой? XE. Ну, да. Вот. Я у него в арке дверной застревал, мне было неудобно с него выходить и садиться. Только бочком. У него такая острая крыша, и я застревал плечами. А в остальном кайфовая машина. Мне, кстати, очень она понравилась. Мне очень круто еду. Она очень приятная, она прям вот приятная, у нее есть что-то такое свое. Единственное, она сзади приводная была, которую мне давали, и я на ней постоянно ехал боком зимой практически. Но это все было очень управляемое боком. Тут такой ущербный салон, просто пипец. Короче, все, что мне сегодня понравилось, я скажу одно. Синенькие штучки в фарах, синие суппорта и твои часы стильно очень выглядели вместе. Вот, это было здорово. А сейчас мы поедем на работу. Ну, либо в Volkswagen, на самом деле, я не уверен теперь, куда мы поедем. Нам надо на работу, мне кажется, заехать. Да, потому что машину забирают только через 5 часов. А, то есть мы успеем много куда. Да, и три контейнера с собой. Можно даже покачаться, можно сходить. Еще не знаю. Про покачаться, вот тебе. Карликовский фак. Карликовый фак. Почему рука пропала, ты слышишь? Я знаю, она исчезла, она не пропала. Это, кстати, я вот, ну, пытаюсь объяснить, да, вот люди думают, фарма, не фарма, там, гормон. А я говорю, только тренировки. Потому что вот буквально сколько? Три недели без тренировок. Руки нет. Но завтра начну килограммом качать. Мне хирург разрешил. Я чувствую повязку уже. Ты же не снимал. Ты что, это самое крутое, что он открытый? Есть. Или да. Опять я закрыто все? Ну что, X7. Синенький фар. Синенький фар, суппорта синий, нормально. А он просто большой. Просто большой X5. Нет. Закрыто? Если кто-нибудь с BMW будет смотреть, ребята, вы что, вообще лохи? Закрытые тачки ставить? Конченые дебилы. Слушай, а это знаешь что? Это BMW GL. Да, да. Они просто друг друга троллят, они просто сделали GL. Похож на GL? Блин, да по сути, слушай, это тот же самый реальный X5. Ну, личный X5. Сиденье с перфорацией. Да, да. Ну, большой. Ну, как-то он смотрится чуть, мне кажется, хуже. Ну, морда прикольная. Ладно, камера начала греться. Меня BMW расстроило, потому что тачка закрытая. Еще раз скажу, что это сраный позор. А вот. А в остальном все прикольно. Пятый норм.
Погнали. Поедем мы на работу. А у нас сегодня весна. Вчера было плюс 2 и дождь, и снег, а сегодня зашибись. У меня, видите, у меня водитель. Нет, ну просто я хочу чуть-чуть кайфовать, отдохнуть. Машинки покупали, когда казалось, как типа вот это все. Это казалось пиздец. Блять, кулиса такая классная, тут так все охуенно. Сейчас что-то новое вышло, думаешь, ёкарный бабай, что за старье вообще? В новых рейнджах тоже космос. Что такое? В X5 космос. X5 вообще космос. X5 делает сейчас рейндж, как мне кажется. Ну слушай, ты в Виларе не сидел, надо сесть. Он очень стильный. Я просто в Воксе сидел, а... И спорт новый от Вилара салон. А вот наш домик. Домик генетика. Все наше. Большое, красивое. Опа, цветокоррекция, поняли какая? Опа. Все, погнали, короче, наработку. Видео для потомков. 45 рублей за литр в солярке. Вот такая вот жесть. Привет, друзья. В Питере, на удивление, шикарная погода. И я тут заехал тут заправиться солярочкой, кому интересно. Вот я, да. На Газпроме постоянно заправляюсь, и даже бесплатной рекламы. И все с ним. Вроде бы все едет, вроде бы все хорошо. Солнышко, и я сегодня вечером выезжаю. Ну как вечером? Ну, даже как вечером. Утром, наверное, я выезжаю. Выезжаю в Москву. Такая кайфовая погода. Ребята, это просто огонь. Сейчас мы помоемся. Огонь, пушка, сказка. Так чудесно, такая погода шикарная. Сейчас приеду, и мы с дочуркой пойдем гулять, играть. Я не пристегнутый. В общем, я обычно пристегиваюсь, и вы пристегиваетесь. Просто мне от заправки до дома тут 3 минуты. В общем, я отмазываюсь, и мне стыдно, так не делайте. В общем, буду собирать вещи. Прогуляемся с малышкой, еще вечером на концерт Нурминского с меня мои друзья пригласили. Я специально не говорю, копикает ремень. Ну, вообще моя глупость, что я не пристегнулся. Вот, вечером на концерт, потом поспать пару часов и вылетаю в Москву. Дальше будет Ванька Водянов, кальянная. Дыра в земле огромная в его зале. И куча всего, а еще подарки, наверное, какие-нибудь вам устроим тоже. Всем рок-н-ролл. Доброе утро. Ну как утро, ребят? Сейчас у нас 4 часа утра. Вот так в Петербурге в 4 часа утра. Действительно очень светло. Я уже приехал в аэропорт. Поспал я всего час. Так вышло. Пока бодрячком. Конечно, к вечеру сегодняшнего дня буду я уже уставший. Это наш аэропорт Пулково. Точка отправления. Сейчас пройду первые ворота, зарегистрируюсь и буду ждать вылета. Погода чудесная, конечно, так светло, белые ночи. Это очень красиво, это очень здорово, поэтому, кто не из Питера, собирайтесь и приезжайте. Народа много. Походу, все, наверное, летят в Турцию. Больше нечего тут делать в 5 утра. Такой кучи народа. Что? Погода в Москве, конечно, не такая, как в Питере. Но есть хорошие новости. Я пришел к торговому центру «Колумбус». И сейчас тут мы добудем вкуснейший «Инферно Кичен» от Ваньки Водянова. А завтра, кстати, мы с ним увидимся, поэтому ждите. Оп.
модная кепка. Кто хочет кепку, смотрите следующий ролик у Вани на канале, потому что одну кепочку мы там разыграем. Так забавно, да, вот смотрите. Питер большой, но почти все наши торговые центры по сравнению даже с такими стандартными московскими кажутся маленькими. И понимаешь, что все в России, кроме Москвы, деревня. Шел третий час. Я в поисках Inferno Kitchen. Шучу, конечно, ребят, находится он тут на цокольном этаже, вроде возле огромного продуктового магазина. Звучало же, правда, смешно, да, что я его ищу? А вот здесь же, где Inferno Kitchen, находится Bonafide. Отдельный привет Вадиму Иванову. Скажу, можно много за что Вадика ругать, но то, что он сделал, то, что Вадим сделал с леггинсами, с одеждой, за это я его безумно уважаю, считаю это очень... очень крутым проектом. Вадик, ты огромный молодец. И, кстати, молодец, что поехал отдыхать наконец по Европе. Тоже очень здорово. Вот шмотки – это лучшее, что Вадим сделал в жизни. Правильный шаг, правильное решение, потрясающее решение. Ну и показатель, рост, показатель – тот же самый магазин здесь. Думаю, не просто так. Молодчина. Вот, а медведь еще не приехал, потому что в Москве вечные пробки. Я бы в Москве жить не смог, потому что пробки, 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 пробки. Как вы тут живете, друзья мои, я не знаю. Это сложно, это не для меня. Ну что, друзья, мое путешествие за едой завершилось не очень успешно. Не успел я взять себе вкуснейших творожно-кокосовых шариков от Inferno Kitchen. Потому что началась эвакуация. Вот такие вот дела. Просто толпа народа. И походу это не шутки. Я добрался. И буквально 2 минуты меня отделяет от еды. Буду брать сейчас себе много цезарей и сырники. Вот сырники на завтрак, цезари буду есть весь день. Потому что надо уже держать себя на таком правильном питании. И приходить в форму, потому что у меня уже что? Двигается рука, и буквально через месяца два я смогу уже нормально тренироваться. Понимаете, в Inferno Fitness. Вот, только в крутых футболках. Привет, я же говорил, что приеду к Ваньке. И вот я уже записал очень большое интервью. И сейчас жду, когда Ванька придет. Он там переодевается. Архи-архи долго. В зале пустенько, что у нас сегодня? Суббота, все люди отдыхают. Южная Чертаново, все помнят, да, если хотите качаться в хорошем месте, то вы приходите вот, наверное, в Inferno Fitness. Сейчас пойдем Ваньку, сейчас он вообще курить мог уйти. Я даже не удивлюсь, на самом деле, что он курит. Тренера. Особенно у нас тут очень есть талантливый и крутой тренер Дима. Думаю, многие из вас его знают. Короче, кто тут может сюда прийти заниматься, обратите на него внимание. Что там, курит, сидит у себя? Что, ты куришь уже здесь? Тут кальянная. Да. Я бы, знаешь, поиграл туда в Вов сразу. Ну, конечно, пропасть можно. Я играл много-много лет. В кем играл? Вот поговорим про интересное. Орк-охотник у меня был, ну, максимально выключенный орк-охотник. Сейчас какие-то новые обновления. У меня был топовый протопал на Борейской тундре. Ну, сервак. Да. Да хера, я... Ну вы поняли, да, что я читер по жизни, я сразу взял паладина и просто на всех нагибал. Я не любил с этими охотниками, варлоками, блядь. Охотник соло очень хороший, поэтому... А для прохождения непосредственно? Вот, смотри, вот, у меня еще стоит варлок. Ну слушай, хантом, да, хантом на прохождение хорошо было играть. Видишь, у меня Вов стоит, Ева онлайн, танки, Альбион,
Perfect World — это старое говно. Ага. Diablo 3 у меня стоит. Это я проходил. Patch of Exile. Ну, блин, я такой отстойный, я этого ничего не знаю. Вот это глобальная игра очень. Да? Это типа Diablo, но там она прям пиздец заморочена. Там миллион билдов нужно создавать, вот, блядь, персонажа развивать, ага. Вот там. Короче, ёбни все это. Надо это. Бизнес делать. Вот я сейчас вообще ни во что не играю, а на PlayStation смотрю только YouTube. Не играл вообще, мне даже типа 3 или 4 ни во что. У меня PlayStation в этом стоит. Я, знаешь, когда PlayStation первый раз поиграл? Когда купил 3 приставки для кальянной, активировал их, и вот там игры, которые были... Там, предустановленные. Там 3 диска было в комплекте, и Mortal Kombat я еще скачал, и все. Кстати, 10-й Mortal Kombat вышел, надо скачать его. Я жду, пока акция будет у него. Да, 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 правильно. Так, ну что, пойдем качаться? Пойдем. Ну как качаться? Разминать? Ну как, я тоже первый раз. Первый раз. Так, Макс, что, пошли? Флешка здесь? Нет. Все, короче, мы пошли в зал, сейчас что-нибудь будет менее интересное, чем компьютерная игра. Сегодня у меня будет кардио по плану, потому что завтра я сдаю весь комплекс анализов. А перед анализами качаться нежелательно. Но если говорить более правильно, то качаться перед анализами нельзя, потому что результаты анализов будут не совсем точными. А я в этот раз, на самом деле, впервые в жизни решил полностью верно подойти к сдаче анализов и не тренироваться. Такого у меня не было еще ни разу. Потому что после операции по печени были не очень хорошие показатели. Я думаю, это связано с гематомой обширной, которая была. Ну, поэтому решил не получать дополнительное в крови АЛТ от нагрузки на мышцы, потому что не забывайте, что после тренировки АЛТ поднимается, потому что трансфераза содержится у вас только в печени, но и в мышцах. Ну что, я почти дошел, сейчас переоденусь и, наверное, увидимся в зале. Немножко что-то еще вам запишу, хотя не знаю, что записывать. Кардио, мне кажется, как делать, не нуждается в видеосъемке. Зашли. Все красавчики из Спортлайфа здесь у нас. И там впереди самые приветливые ребята на рецепции Спортлайфа. Добрый, добрый. Спасибо. Можно идти. Там я снимать не буду, там все стрёмно, скорее всего. Смотрите, куда я приехал. Volkswagen. Вот там ходит Костян. Сейчас сумку накину на плечо, выберусь из машины. Опа! Здорово! Вождь красноглазок. Дайте я сниму глаз красный. Сниму глаза. Вот такие вот стрёмные глаза. Тачки. Volkswagen. А что это значит? В общем, мы приехали покупать моему парню машину. Вот, он не слышит, он не смеется. Ну и важно. Что мне смешно было. Вот. Сейчас давайте, нажмите на паузу, угадайте, какую тачку мы выбрали Костину. Вот. У меня с тобой печать. Потому что мы сдаем Бэху. Вот, значит, никто из вас Бэху купить не успел. Нашелся клиент тут прямо в салоне, и вот мы продадим машину здесь. Все красиво, вон тут ребенка принесли сдавать на машину. А тебе ее уже закрыли? Я? О, блин, эти ключи прикольные. Космолет вообще, смотри. Красивенькие ключики. Да, вам, блядь, о, дай посмотреть, подожди. Так, на этот. Настойчивый. Подожди. Настойчивый. Смотрите, какие ключи удобные. Эта штука, видите, такая? Вот этой штукой, короче, пиво открывать можно. Ну. Поняли, да? Нет, шикардосная открывашка. Шикарная открывашка была. Смотри. Что смотри? Ну сейчас тебе снимаю, как снимаешь. Ну давай снимаю, что. Прикольно мигают. Вот этот? А, тебе ключи дали. А, все? Прямо,
Прям твой этот? Ну-ка давай. Бля, сейчас тест-драйв от Давидыча. Ну, у меня, правда, такого пуза нету, я могу сесть за руль нормально. Оп. Ой, блядь, удобно. Дерево шикарное. Там приборку сейчас, давай, тормоз нажми. Тормоз нажал. А, бля, заводить, наверное, не надо сюда. Какая разница, нормально все. Ну, покажу, как красивенько все. Все, пизду, все нормально. Тормоз не нажал. Батончик. Отлично, как раз нажал везде. Бат, пигмента не дай. Блин, да? Что ты начинаешь пиздеть? Ну и что, что я их смял? Неудачник. Короче, мы взяли костяну. Туарега. Хрен знает, тут свет включается. А, сенсорные включалки. Ладно, короче. Единственное, чего мне не хватает для полного... Опа. Закрыл дверь и сиденье само приехало вперед. Прикольно. Я не понимаю, куда нажимать. Чтоб был главный экран, не ори на меня, гов... Ну, прикольно. Чё сказать? Современные новые тачки, они все кайфовые. Ну, реально прям. Я включил, в отличие от тебя, я тебя научу. Смотри. Тут, короче, вот тут кнопочка есть. Не трогай нахуй ничего в моей машине. Подожди, я приехал покупать тебе тачку. В смысле нахуй? Сейчас сиську тебе пальцем ткну. Я тебе в монитор скажу, да? Я тебе пожрать привез, блядь. Документы подпишу. Нет, все нормально. Ну вот. Очень кайфово. Тут такое вот дерево охранительное, прям вот, прям по кайфу. Наконец-то, блядь, меня это... Тут такое дерево. Ебанутое сидит. Нормально все. Ну, тысяча рублей, но просто продажа взлетели. Потому что как бы это дерево ощущение просто, ну, другое. Это дерево от Мерса, от Аудюх. Да, вкусно такое дерево. От новых BMW X5, кстати, тоже там хорошее дерево. Самый большой экран из всех тачек, мне кажется, вообще. Только, наверное, в Тесле что-нибудь такое есть. Кстати, у тебя что сломалось, видишь? Это не я, я шучу. Смотри, видишь, здесь вот нормально. Здесь стык. Кстати, помнишь, мы как-то тест-драйв проводили? Здесь вот не видно сейчас, да, по свету? Не особо не видно нифига. Давай попробуем. А, вот здесь видно. Ну, вот экраны, видите, да, стоят? Ну, вот. Они, бывает, стоят криво. То есть там прям разница, там несколько миллиметров. Не знаю, может, кто-то не напрягает. Я прям как первый раз сел в машину, прям сразу эту нестыковку видел, и она меня напрягает начала. Здесь норма. Кнопки не хватает одной. Ого! Массаж? В смысле? Ты охуел? Это ты не смотри сюда. Какого хера у тебя еще? Ты что, серьезно? Да, ну нахуй. Я не верю. О, нихуя. А нет, это не у меня, это у тебя, сорян. Что, реально массажный сидит? Оно мнет поясничку. Оно мнет поясничку. Давай, может, там что-нибудь для писюна есть? Подожди, сейчас под руль засуну. Сейчас покажу вам цвет машины непосредственно. Ну, вот он. Вот такой. Пушка, мокрый асфальт. 20-е диски. 20-е диски. Мокнут киски. Ты мешаешь снимать машину. Ты не такой красивый. Сейчас заберем вещи из Бэхи, перекинем в Ренджака, потом костяна подвезу. А ну-ка в комментариях угадайте, на какую тачку я потом поменяю Ренджика. Вообще не угадаете. Ставьте сразу сейчас плюсик в комментах или пишите что-нибудь. Возьмем у костяна на тест-драйв тачку. Красиво снять, проехаться побыстрее. Пожалуйста, нет, я покажу, когда едет нормально. Он даже как бабка едет. Нормально будет, не очкуй. Ставьте плюс, если вы за тест-драйвы. Ну что про спортфит рассказывать, скучно уже. Старые мы стали. Пора делать то, что нравится.